15 июля открылся кинотеатр «Горняк». Работают оба зала, и большой, и малый. Сотрудники соблюдают все санитарные нормы, работают в масках и перчатках. На входе посетители должны воспользоваться антисептиком. Также им замеряют температуру, и если она повышена, в зал не пускают. Кроме того, садиться гости должны так, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Причем совместно проживающие люди могут прийти, занять места рядом, да? И вокруг них места будут заблокированы для продажи, то есть их не сможет продать как кассир, так человек не сможет их самостоятельно купить на нашем сайте. После каждого сеанса залы проветривают и убирают специальными дезинфицирующими растворами. Расплатиться в «Горняке» можно только безналично, купюры не принимают. Максимальное количество зрителей в целях профилактики коронавируса в большом зале – 200, в малом – 20. На этой неделе для магаданских кинозрителей подготовлены премьеры следующих кинофильмов «Отель Белград» и «Мой шпион».